Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, давай-ка заберем с тобой цветочек. Где он тут у нас находится? Вот он. Так, смотри внимательно. У нас с тобой 4 закрытых, да? И 4 дня, 19 часов в запасе. То есть, я надеюсь, что мы с тобой успеем, потому что следующий цветочек у нас с тобой появится только через сутки. Не знаю, что у нас получится. Мне кажется, одного дня у нас не хватит. Так, есть события? Да неужели, друзья мои? Выживание нам доступно. И я так понимаю, что мы его можем прямо сейчас заюзать. Отлично. Долго я ждал какого-нибудь события и наконец-то дождались. Но самое главное, что сегодня мы с тобой сделаем, это знаешь что? Мы с тобой откроем еще одного легендарного дракона. Да, друзья мои, насобирал я наконец все нужные флаги, которые мы искали, и теперь обмениваем. Так. Тут даже видеоролик есть. Упс. Ну нифига. Егори Форти Фернити. Ты посмотри, какой он гигант. Ребята, он какой-то лесной дракон, судя по всему. И это круто. Интересно, а что он нам будет находить? Так, откройте вечно крыло. Похоже, это теперь мой любимый дракон. Пробудите вечно крыло. Так, и мы с тобой получаем, я так понимаю, это какое-то гнездо у нас с перышками. Вечно крыл. Этот дракон выглядит не таким уж и ужасным. Не верится, что он все это время спал прямо здесь. Особенно учитывая, как храпит сарделька. Гронк. Так, нас поздравляют, ребята, и мы разблокировали нового легендарного дракона. Это круто на самом деле. Я хочу посмотреть, ребята, что... А, мне никак это не сделать, да? Я его вначале должен отправить. А как он уходит? Это он, типа, отправился, да? Дышать парами. Так, что у нас здесь? А это все? А мы надеялись на что-то покруче. Просыпайся, дракон, пора что-нибудь поджечь. Эй, вы когда-нибудь слышали фразу «Не буди спящего дракона»? Это дракон только и делает, что спит. Так, отправьте вечнокрыло на поиски 8 раз. Друзья мои, мы получим какие-то с вами офигенные штучки. Надо было вначале задание взять, потом его отправить. Блин. Так, ребят, смотрите. Ускорить 20%. Что там, видеозаставка? А, ну это если мы ролик с вами посмотрим. Это он, ребят, не дышит, это он так спит. Понятно, ну ладно, пускай он пока отдыхает. Посмотрим, что он нам будет с тобой приносить. Так, а где зеленая тень? Ой, зеленая тень. Ребят, я, да, я по привычке зеленую смерть называю зеленой тенью. Это у нас грохострел из растения против зомби. Герои, там вот у нас зеленая тень есть. Поэтому как бы не обессудьте, если я где-то могу оговориться. Так, ну что, друзья мои, здесь у нас, ага, построечка. Склад железа уровень 1. Мост и вопль смерти. Ёлки-ты-палки, друзья мои, нас ждут обалденные вещи впереди, я так понимаю. Так, ну-ка посмотрим, прокачаешься ты у меня или нет сегодня. Нет, ребята, ни в какую не хотят мне скалотряса давать перевести в титана. Ну вот я не знаю, ребят, что с этим делать, а? Так, нюхогорб. А с чего это я вдруг стал нюхогорба прокачивать? Объясни-ка мне, пожалуйста, на милость. Я даже сам не знаю, зачем я это делаю. Так. Так, подожди-ка, я не понял. Улучшить? Стоп, а чего мне не хватает? 248 миллионов древесины? Вы серьезно? Хорошо, давай мы с тобой улучшим наших дракончиков, которые здесь заждались у нас. Так, пускай летит. Громовой защитник тоже пускай летит, качается. И вастрозуб тоже, его, ребята, отправляем на прокачку. Так, давай дальше смотреть. Так, рыба у нас с тобой полным-полно, да? Здесь еще, как видишь, 2 дня ждать. На обмене есть что-нибудь у нас? Давай-ка посмотрим. Есть, но все это за руны. А я не хочу, ребят, за руны. Я их буду копить. Так, давай-ка мы Грамгильду отправим с тобой дальше в какое-нибудь приключение.
Так, яйцо. Ну, естественно, давай возьмем ночные жути. И, соответственно, все это бесплатно у нас будет. Кривоклык, ты там что? Затихарился. Ага. Ну-ка. Так, ну, мне кажется, либо мы с тобой получим тусклый янтарь, либо шестеренки. И это все-таки будет тусклый янтарь. Ну что ж, друзья мои, забираем его. Так, и смотрим теперь здесь. Угу, близнецы готовятся к поискам. 12 рун мы с тобой выкопали. Пойдем в другие лагеря. Давай, бесплатно. Так, и остается у нас сарделька. Сарделькой лети. Сейчас мы тебя куда-нибудь отправим. В дозор. Пускай летит в дозор, бесплатно. Слушай, а почему ты кривоклык у меня никуда не летит, а? А ну-ка, быстро лети. Неважно куда, лишь бы не сидел на месте. Так, что у меня принес? Ага, 3 миллиона древесин. Ух ты! Ребята, это что такое? Такого яйца не было. Блин, а у меня нет рун, чтобы это купить, все, а? Согласись, что это печалька. Причем большая. Так, вот еще у нас с тобой здесь. А, подожди-ка, это мы можем построить. Но здесь нужно 500 миллионов древесин. Вы серьезно? И здесь... Нет. Ну, это, ребят, перебор, по-моему, да? Столько древесины мне не найти в данный момент, потому что у меня дровница даже не позволит себе столько содержать. Ты понимаешь, о чем я, да? Так, ладно, мы пока этих ребят отправим на дальнейшие поиски. Блестящий янтарь мы с тобой забираем. А сможем ли мы? Нет, ничего не сможем. Здесь, как мы видим, еще 2 дня 6 часов они будут все это делать. Подожди-ка, а что, у меня так мало особняков? Вроде бы как больше было. Хм, странно. Ну ладно, так, древесинку заберем, отправим. Так, давай тогда откроем с тобой паки. Начнем, давай с обычного. Так, нам здесь достается кревет, ужасное чудовище, экзотический шепот смерти и все. А в редком? Громобой, костолом, шторморез, шепот смерти, громоль и водорез. Окей. Не густо на самом деле. Так, что это у нас тут забрать? Ага, 8-й день, 250 тусклого янтаря. Пригодится. Потом у нас будет 275 вымпелов. Вымпелы нам нужны, ребята. Так, давай-ка мы с тобой здесь откроем бесплатный пак. Так, монетки Одина и сама начинка. Громобой, шепот смерти, водорез. Ну и немножечко ресурсов. Так, раз такая песня пошла, давай тогда и рекламный пак сразу глянем. Монеты Одина 6 штук и сам пак. Шторморез, костолом, шепот смерти. Так, и шестеренки, да? Так точно. Так, отказаться, конечно же. Давай здесь заберем с тобой награды. 25 тусклого янтаря. Плюс еще 75. 30 вымпелов. И еще 50. Так, а еженедельная 20 рун. Ну что же, неплохо, друзья мои. Так, а что мы здесь с тобой не сделали? Угу. Нет, спасибо, мы отказываемся с тобой, да? И давай тогда уже... Стоп, секунду, ребята, секундочку, чтобы открыть нам следующего дракона. А это кто у нас будет вообще? Нет, не этот. По-моему, вот этот, да? Да, 2200. Так, великий смутьян на Олухе. Что для того, чтобы его открыть, нам понадобится? В плане... А, подожди, а почему ты смутьяна я не открыл? Ну-ка, что нужно для того, чтобы... Выберите новый обмен. Нюхогорб, или кого? Или вот этого? Давай вот этого возьмем. И что? Так, смотрите, ребята, что нам... Ой, елки-палки, нам тут дофига чего нужно. Ой, как много, ё-моё. Чтобы получить великого смутьяна. Ай-яй-яй-яй-яй, кревет-дикарь, я до сих пор не могу найти, ребята, вот эти две трески буквально мне не хватает, чтобы приобрести. Слушай, серьезно, что ли? Я вот...
Блин, я на самом деле думал, что мы с тобой вот этого откроем. Но видишь, чтобы его открыть, нам нужен великий смутьян. Чтобы он был открыт у нас. Да, ребят, против системы, как говорится, не попрешь. Придется ждать. Когда он у нас появится, а появится он у нас совсем-совсем не скоро, поверь мне. Так, ну что, мы с тобой, наверное, пойдем все-таки на событие выживания. Коротенькое. По-моему, здесь будет 6 волн, друзья мои. Так, я понял. Он вас всегда просит охранять, а вы все время бездельничаете. Единственное, что я думаю, ребята, здесь нам все-таки придется, наверное, убрать. Блин, если я уберу барса и вепря и поставлю сюда. Блин, я не знаю, ребят, может быть, ветрокрыло возьмем, а? Вместо... Давай свой старый отряд оставим, который у нас был. Давай я возьму ветрокрыло вместо штормореза. Посмотрим, как у нас пойдет. Во-первых, нужно глянуть, какие тут будут противники у нас. Вообще, кто против кого тут воюет. Я так понимаю, сейчас будет 6 волн. Да, друзья мои, это уже не шуточки. Так, ну здесь пока будет все легко. Мы, значит, воюем против ребят красных. Против красных у нас хорошо идут синие. Вот оно что. Так, у нас с тобой 4 прилива сил. Ой, 5 прилив сил и 4 груши. Окей, надеюсь, нам этого хватит. Ох ты, ох ты. Но это пока, ребята, он маленького уровня, поэтому мы, как говорится, не ощущаем боли. А дальше что будет с каждым уровнем? Он все крепче и крепче становится. И драконы, я так понимаю, меняться здесь не будут. Так что ожидаем самого худшего расклада. Так, опять громобой, да? И опять же кревет. Поехали. Давай кусанем. Ну что ты там? Мы уже получаем немножко повреждений с тобой. Ага. Делаем заморозку. Все равно нам с тобой нужно тратить энергию. Так хотя бы мы ее с пользой потратим. Добиваем. Здесь мы с тобой сделаем укус. Удар хвостом. И еще удар. Так. Это все пока мелочи. Это терпимо. 3-я волна из 6. И как видишь, уровень у них растет. Уже 13-14. Мы можем с тобой сделать одну хитрую пакость. Вот так вот. Пускай они друг друга тут будут бомбить. Ну что ты, вылупился? Так, получи. Отлично, сейчас будем переключаться на этого. Блин, я думал, он добьет его. Ничего подобного. Упс, а вот это плохо. Это массовая атака, да? Точно, ребят. Нам просто здесь повезло, что, опять же, уровень все-таки слабоватый, да? У этих драконов, и поэтому мы как бы выжили. Но нам нужно будет хильнуться. И желательно сейчас. Блин, сейчас не хочу, ребят. Или все-таки сделаем? Сделаем. Давай, ребята, хильнемся и добьем уже. Так, переходим на 4-ю волну. Ёлки-палки. Что же нам тут сделать? Обязательно будем здесь применять массовую атаку от ветрокрыла. Ребята, это обязательно нужно будет сделать, потому что иначе нас тут распишут. За милую душу, поверишь. Лишь бы не заблокировали. Ага, пока все хорошо, ребят. Они специально атакуют моего ветрокрыла, потому что он зеленый. Это страж, а против стражей как раз вот эти ребята, дракончики, очень хорошо заходят. Так, давай попробуем с тобой тройного удара вначале вальнуть. Отлично. Так, теперь хильнем. Или подожди, или не будем хиляться. Как лучше сделать-то, а? Давай, наверное, вот так вот. А теперь двойной удар. И сделаем, наверное, с тобой все-таки вот так вот. От безвыходности. Так, сюда удар. Он как раз, ребят, под усиленной атакой. А что он ничего не делает? Эй, ты будешь просыпаться сегодня или нет? Не хочет. Так, очнулся, да? Красавчик, помог добить. Так, мы с тобой здесь хиляемся. Так, я надеюсь, мы успеем его бомбануть, эй.
Ну, скрита, отлично. Ёлки-палки, ребята, это предпоследняя волна. И... ну, это трешовенько на самом деле здесь будет все. Смотри. Так, ладно, у нас с тобой, если что, есть прилив сил. Прилив сил. Блин, вот сейчас как будут они мне этого бедного ветрокрыла бомбить. И они его, наверное, уничтожат таким макаром. Короче, сделаем тогда следующим образом. Вот так. Пускай атакует. Ага. Бедный, бедный ветрокрыл. Ну что, применяем. И замораживаем. Только так. Ну что, тройной удар. Он надо добить. Прекрасно. Так, теперь, наверное, хильнемся с тобой, да? Вот таким вот образом. Поехали. Кусаем. Этот спит. Очнулся, да? Блин, а этот успеет сходить, получается. Мы тогда будем сюда бомбить. Угу. Так, блин, я не знаю, что сделать. Ну, давай вот так, наверное, укус. Посмотрим, сейчас добьет он этого или нет. Добил, молодец. Так, ну что, теперь наша очередь выпендриваться здесь. Сделаем вот так вот. И, наверное, придется нам... ага, добьем. Я думал, слепоту надо будет вешать, но нет. Так. Час от часу не легче, как говорится, да? Ну куда ты сейчас будет своей массовой, блин? Так, креветы, может быть. Тю-тю-тю. Давай, ладно, сделаем так вот. Пускай он тут. Опа, блин, немножко не то я хотел на самом деле. Сейчас будет все равно ветрокрыл. Нет. Вот вы как решили сделать. Блин, друзья мои, по-моему, мы доигрались. Знаешь почему? Ай-яй-яй. Так, а, нет, подожди, все нормально. Все нормально, это была ложная тревога. Хотя этот-то под усиленной атакой. Отлично, хорошо, сейчас вжарил. Блочишь, да, значит? Значит, блочишь. Они теперь вдвоем, ребят, под усиленной атакой стоят. Как нам быть? Нам с тобой надо вот так вот все-таки делать. Я буду надеяться, что он успеет вальнуть его. Красавчик. Просто красавчик. Ну что же, а наша с тобой задача теперь как можно быстрее наказать его. Наверное, сейчас добьет все-таки, да? А, он же под слепотой, ничего он не сделает. Он нам с тобой ничего не сделает. И это, кстати, последняя волна, поэтому можно уже расслабиться здесь. Потому что всех они мне не перебьют. Тем более, когда слепоту накидываешь. Ну что ты, что ты, что ты там, а? То-то и оно. Ничего ты сделать не сможешь, парнишка. Да, ну тяжело, ребята, конечно, 6 волн проходить. Очень тяжело. Без затрат, ну, не обходится. И добивочный. Прекрасно. Ну что же, двигаемся дальше. Крутим барабан и смотрим, что нам здесь выпадет. Плод мудрости, серьезно? Вот, спасибо большое, вот это вот подарочек. Так, здесь мы закрываем. И что мы с тобой забираем? Пак. Да-да, ребят, собственно, персона. Блин, а тут 500 вымпелов. И это круто. А тут вообще пак. Ну что, друзья, двигаемся тогда дальше. Да-да, я все прекрасно понимаю. Я также понимаю, что если мы с тобой где-то встрянем, мы уже здесь докупить ничего не сможем. Ох ты. А вражина-то посередине. Кстати, если здесь будет громорок, это фигня. А вот этот меня больше волнует. Да-да, именно парящий прихвостень. Хотя это не прихвостень. Это древоруб. Да, прихвостень у нас другой. Другой раскраски, по крайней мере. Ого. Че он творит? Ты посмотри, а. Ну-ка. Давай-ка вот так сделаем. И...
Но он пока маленький, слабенький, поэтому, ребят, как, никакого урона, естественно, мы с тобой не получаем. Но, несмотря на то, что он маленький и слабенький, ребят, мы его, посмотри, как долго колупаем. Очень долго. И это только лишь вторая волна? Это лишь только вторая волна. Смотри, что творит, а? Давай-ка, наверное, усыпим их. Я думаю, мы с тобой успеем еще накопить. Окей. Сюда ударим. И добивка. Переходим на третью волну. Ну, здесь то же самое. Пока по два врага. Потом будет, я так понимаю, три. И вот кто будет третий? Вот что меня интересует. Здесь, кстати, фиолетовый неплохо бомбит. Ага. Понизил за... Вот хуже нет, ребята. Лучше бы, конечно, понижали бы атаку, чем защиту. Хотя лучше бы вообще ничего не понижали. Так, давай кусанем. Сюда кусай, говорю. Наверное, нам надо будет здесь хильнуться. Потому что поединков еще много, и нужно нам побольше здоровья сохранить. Добили. Отлично. Так, ребят, кто там у нас третий? Ага, пристоголовый. Плохо, на самом-то деле. Смотри, что творит, а. Блин, они сейчас будут кривоклык меня бомбить, нет? Блин, я даже не знаю. Я боюсь, что не доживу я до следующего хода. Блин. Грушу тратить, что ли? Или вот так вот делать? Посмотрим сейчас. Так, он всем понизил, ребята, атаку. Всем. Ай-яй-яй. Да это что за смех на палке, я не понимаю. Что за дешманская атака? Блин, а мне еще хильнуться надо как-то, умудриться. Блин, я офигеревею, сейчас огнем, да, запалит, по-моему. На 3 энергии, нет? Странно. Так, короче, давай здесь сделаем плюс и делаем супер заморозку. Что-то сложно. Все как-то сложно, друзья. Этого добили. Сюда укус. Ай-яй-яй. Плохо. Плохо себя ведет этот дракон, кстати. Плохо. Блин, он еще успевает что-то сделать. Что он там? Не знаю, что он сделал, ребята. По-моему, защиту повесил. Но она ему не понадобится. И это у нас пятая, это предпоследняя волна. Пипец, они тут гиганты такие. Хорошо, что этот под защитой стоит у меня. Поехали. Так, я не успею, да, получается, накопить? Не успею. Ладно, будем как-то выкручиваться. Я надеюсь, ты не будешь фаерболами своим разбрасываться. Будет. Опа. Опа, пули. Это плохо. Они все, у них атака. Блин, у них атака и защита повышенная, поэтому надо замораживать их и как-то успевать еще забомбить. Как это мне сделать? Что это за урон несчастный, я не понимаю. Вот, вот это вот другой разговор. Так, мы, наверное, с тобой все-таки залечим раны наши боевые. Поехали. На свой страх и риск я все-таки выбрал пристеголового первым на разбор. Сейчас что-то... О, хорошо, что он промахнулся. Не будем пока тут тратить с тобой хилку. Ну что-то вылупился. Ну вот, видишь, что он творит. Так, друзья мои, здесь вешаем слепоту. И будем вот в этот момент мы с тобой пытаться захиляться. Надеюсь, у нас получится. Хватит у нас энергии. Ну, естественно, хватит ли мощей у нас с тобой его запетрушить.
Это надо сделать обязательно. Это нужно сделать обязательно. А вот успею ли я? Сейчас ударит. Кому? Кому? Естественно. А, нет. Нет, нет, нет. Нормально. Это нормально. Так, ребят, ну и теперь уже 16 и 14 уровней. А лучше не придумаешь, да? Так. Окей. Ну давай, поехали. Начнем с этого, фиг с ним. Ребят, я сейчас буду их замораживать. Я их сейчас буду замораживать. Опять же, беру в разработку пресеголового. Вот этого ханорика. Замечательно. Так, а теперь, наверное, будем... Наверное, хильнемся здесь. Так, и... Блин. Давай все-таки, наверное, вот этого. Если, ребята, что... Я немножко не это хотел сделать. Ладно, будем надеяться, что этот потратит все-таки энергию. И этот не успеет уже. Нет, ребята. Они хотят меня наказать по полной программе, да? Я надеюсь, выживем. Сейчас будет суперудар. Ты странно. Нет, я только рад, что он его не использует, свой суперудар. Как бы мы уже давно тут уже распластались бы, поверь мне. Может быть, сейчас что-нибудь влупит? Может, у него вообще нету этого суперудара, а? Про который я говорю. Фью, друзья мои, мы прошли с вами. И забираем, по-моему, руны. Крутим колесо и смотрим, что нам выпадет. Древесина, что ли? Ёлки-палки, 28 миллионов. Ну, не это я хотел, если честно. Так, забираем с тобой руны. Так, а у нас получается что? Два боя, что ли? Здесь и здесь. А, нет, ребята, мы забираем 500 вымпелов. И вот теперь у нас с тобой последний бой. Ребят, на последнем поединке можно тратить смело все. Все наши... Ну, желательно, конечно, оставить, но вдруг... Что это у нас? Это кто такой? Не пойму, что это за дракончик такой? Мне он уже не нравится, потому что он, ребят, по-моему, заморозкой делает. Блин, и этот еще Громель. Этот, по-моему, фаерболами. Сейчас мы все посмотрим. Сейчас мы с тобой посмотрим, кто что делает. Что это за дракон такой странный? Я не могу понять. Вот он как выглядит, я такого не видел, ребят. Может быть, просто не признаю? Но он тяжело разбирается. Вот это я точно понял. А что вот этот у нас делает? Показали бы мне его суперудар, чтобы знать, чего ожидать. Но они этого не делают. Окей. Так, переходим с тобой на вторую волну. Похож чем-то на крылатый ужас, но только, знаешь, как тебе сказать, типа титана. Да, как будто он титаном стал. Мне кажется, вряд ли. Так, ну что, пробуем с тобой ушатывать этого. Блин, тяжело, конечно, с зелеными драться. Против них только красные эффективно бомбят. Так, мы, наверное, не будем пока тут залечивать раны. Так, и он... Да, тяжеловато с ними драться. Добивка. Так, третья волна. Они все подрастают, подрастают. Так, укусик. И заморозку, наверное, сделаем с тобой. Так, этого уничтожили. Блин. Надо бы залечить раны, как бы. И в то же время не хотелось бы... Ну, я, наверное, все-таки затрачу, ребят. Так, еще раз пробьем. Ну, что ты там, Громер, будешь делать? Ага, хиляется он. Он решил хиляться. И добивку, да? Все, ребята.
Четвертая волна. Так, это кто у нас? Это шторморез, но он, видимо, какой-то... Не знаю, что он делает. Новая модель какая-то, да? Упс. А этот жучара все-таки, ребята, понижает нам атаку. Как ты видишь. Ну что ж, тогда заморозка им в помощь. Заморозка им в помощь. И давай смотреть, кого мы с тобой быстрее будем. Вот. Этого мы с тобой быстренько сейчас ушатаем. Так, теперь, наверное... Да, хильнемся с тобой. Так, и, наверное, будем... Блин, придется этого пытаться. Ну, под критик попал. Ну что ты, Грумлика, что ты дергаешься здесь? Так, о, отлично. Под слепоту попал парнишка. Так, ну что, мы с тобой тогда можем, наверное, захиляться полностью, скорее всего. Ну, если мы успеем, конечно, это сделать. Мне бы очень этого хотелось, но не хотелось бы попасть под фаербол. А, он потратил. Вот и славненько. Он потратил свой фаербол. А мы, соответственно, потратим свои силы, чтобы его уничтожить. Так, все-таки успеет бомбануть разочек. На тебе. Ну что, предпоследняя волна. Ребята, та же самая схема. Я думаю, у нас будет она рабочей. Да что же это за дракон-то такой? Я не видел такого, ребят. Вот то, что он делает, мне не нравится. Как он бомбит. И как мне не нравится. И постоянно понижает ему атаку. Ну что, начинаем опять же, да? Серединку разбираем. И дальше уже боковые. Прекрасно. Слушай. Давай. Кого он сейчас? Ага, туда. Туда он все-таки сделал выстрел. Этот сейчас проснется, уже проснулся. Так, у нас заморозки нету с тобой. Нам придется перекантоваться. Что ты там делаешь? Понял. Уничтожили. И слепота. Ну, а пока, ребята, он будет под слепотой, естественно, мы будем с тобой залечивать наши раны. Только вот как? Если энергии нету, да? Когда энергии нету, ничего ты не сделаешь. Ну, а что ты там задергался? Все? Если... Блин, я не знаю, ребята. Мне кажется, не стоит сейчас залечивать раны. Не в том положении мы с тобой. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. Это уже ближе к концу, если там у него останется немножко здоровья, да? Чтобы его добить. Просто я не могу позволить, чтобы он в меня бомбанул своим фаерболом. Это будет сразу смерть. Поверь мне. А вот сейчас мы с тобой захиляемся. Сейчас мы с тобой сделаем удар. Потом хил. И после добивка. Вот так. Ну что, последняя волна. Та же самая, ребята, будет схема. Один в один. Только теперь будет еще более напряжно, потому что уровень у них 17, как ты видишь, и тут уже пощады ждать не стоит. И они, как всегда, начинают... Вот именно ему, ребята, почему-то понижает атаку. Именно моему этому кривоклыку. Ну, ай-яй-яй, видишь, вот тут уже не хватило, ребята, на добивку. Не хватило, к сожалению. Так, ну что, мы с тобой, наверное, здесь... Блин, как мне его не хотелось бы будить. Ну, придется. Придется, ребята, будить. И еще раз придется потом применять снотворные. Будем работать с собой на сне. Как только мы их, ребята, хотя бы одного вырубим еще, да, уже будем накидывать слепоту. Скорее всего, так нам придется с тобой работать. Так, здесь добили. Ну и сюда, как я тебе уже и говорил ранее, будем вешать слепоту. А слепота буквально вот сейчас будет. Все, ребята, этот птенчик наш, никуда он уже не денется и ничего нам он не сделает. Видишь, фаерболы свои начинает бросать. Но, как говорится, не на тех напал. Мы его потихонечку начинаем расколбашивать.
Как раз он сейчас использует удар. У нас с тобой есть тоже два удара. После этого мы вешаем еще очередную слепоту на него. То есть он в безвыходном положении абсолютно. Ничего не сможет сделать. Так что, друзья мои, просто запидываем. И я тебе, кстати, скажу следующее. Мы с тобой очень хорошо сыграли. У нас осталось 4 груши и 4... Так, подожди-ка. А, слепота. И 4 прилива сил. Это, я считаю, очень хорошо. Ну что, вот и прошли мы с тобой события. Так, мы с тобой крутим колесо, смотрим, что нам выпадет здесь. Да ладно, неужели... Вот это я понимаю, ребята. Вот это мы получили подарочки. Ну и забираем самый главный приз. Еще один пак. Это все нам на почту прилетело. Так, здесь мы с тобой забираем 30 выпилов. Кстати, давай посмотрим, что у нас там по выпилам. По-моему, мы накопили. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Да, друзья мои, без всяких разговоров я беру брюхоглота. Ай, какая красава, ребята. Конечно, разместить. Блин, нету места свободного. И... Я надеюсь, он упал правильно, куда нужно. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Брюхоглот. Он должен у меня... Стоп. Блин, все время забываю, где у нас смотреть... Блин, наших драконов-то, а? Да ядрен батон. Здесь же вроде бы, да? Чё я туплю? У нас есть с тобой не рыбацкая хижина, а ангар. Конечно же, в ангаре, ребята, можно все посмотреть. Да нет, он в любом случае должен пойти сюда. Вот он, друзья мои, брюхоглот. Маленький такой засранчик. И мы его... Блин, негде... А, так у меня еще и перебор. Так, кто у меня есть в излишке? А вот, например, ребята. Так, отпустить. Ночная жуть редкая, и это тоже ночная жуть. Отпустить 12 миллионов рыбы. Блин, неохота мне тратить пока 12 миллионов рыбы-то. Потому что они все не поместятся ко мне. Так, здесь... Это кто у меня? Громобой обычный. Громобой обычный. Так. Драконов у меня, конечно, тут трындец, ребят. На любой вкус и цвет. Слушай, Тайфумеранг у меня, по-моему... По-моему, в наличии один. Разве он один? Твою налево, я что-то... Что-то я даже не уверен, что он у меня один. Вот брюхоглот, или как его там звать-то? По-моему, таких у нас два. Нет, это искромет, это не то, ребят, я ошибся. Но они похожи, да? И что мне тогда сделать? Я прям в шоке. А чтобы увеличить, сколько нужно чего? 350 рун. Не хватает даже расширить, блин. И места, главное, что нету, понимаешь? Я в шоке немножко. Ладно, фиг с вами. Так, что я хотел дальше-то сделать? А, я хотел открыть, друзья мои, паки. Монеты Одина. Древоруб, кревет, громль-защитник и ресурсы. Окей. Едем дальше. Новый набор карт. Серия испытаний. Вау, сколько рыбы. И кто это? Кревет. А вот кревет как раз-то у меня, ребята, и есть. Ага, в наличии один. Отпустить. 410 тысяч рыбы. Вот его-то мы и отпускаем. Так, что у нас тогда еще? Вот. Это редкий набор. Ух, 500 рун, вы серьезно, ребята?
Ух, треска и нюхогорб. А вот нюхогорб у меня, друзья, есть. Это я тебе точно говорю. А если 20 лямов рыбы, значит, вот, ребята, в наличии 2. Нюхогорб пока будет у нас с тобой стоять на страже. Так, а ты иди за древесиной. Так, да, ребят, конечно, хотелось бы побольше древесины, побольше... А что ты-то стоишь у меня, я не могу понять. Давай мы тебя отправим на поиски чего-нибудь. Крылатый страж. Че, дракон же есть? У меня вот этот дракон есть в наличии? Вы серьезно? Ну и хорошо. Громилет. Громилета у меня нету. Ну что, отпускаем его. Пускай, ребят, летит. Здесь мы с тобой забираем награду. Так, и в принципе, наверное, друзья мои, будем закругляться. Потому что у нас с тобой остается только лишь арена, который, я думаю, мы займемся уже в следующей серии. Потому что в следующей серии у нас с тобой не будет никакого события. И, как ты понимаешь, нам надо с тобой найти 4 цветочка, чтобы получить вот это крутое яйцо. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.